Добро пожаловать в игрушку Фасмофобия. Сегодня у нас будет необычный выпуск. У нас будут игры на выживание. Мы с вами будем в двухэтажном доме с одним фонарем убегать от призрака. Из дома может выйти только один. То есть мы не будем выслеживать призрака. Мы должны будем как-то выжить, стараться, да. И как-то, может быть, других, да, типа подставлять и все такое. В общем, Да. давайте пробовать. С вами канал Алекс Плей, Пеппер Плей, Джад Джек и Парадокс Плей. Выживет Здравствуйте. сильнейший. Поехали. Я на это не подписывалась, меня заставили. Да, рассказывай. Это Ксюша предложила. А мутиться будем? Да я думаю, А не зачем надо. нам? Да не, Зачем? нафига. Так будет веселее. Хорошо. Ой, Дай слышал? нам знак привидения. Кто И мы тупал такой, что по пришли лестнице? с миром к тебе. О, ржавая вода, ребятки, на втором Да этаже. Есть подожди, фотоаппарат? не говори в это, вру, Алекс. Грязная вода на втором этаже. Вообще, наверное, не надо Идем, было говорить вам информацию. идем. Сейчас давайте отгадаем еще его. Без Я предметов. предлагаю просто вот здесь запереться и посмотреть, кто погибнет. Типа, первое наше испытание, запремся в ванной и посмотрим, Давай, кто давайте первый закроем погибнет. Алекса первое испытание и Не, уйдем. смотри, если будут такие короткие испытания, на ходу придумывать. На ходу Че ты убежал-то сразу? Не, ну все, пойдемте. Типа, Куда все давайте пойдем? первое испытание будет в ванной. Просто тут Привет, привет, стоять. kill me, Заходите все. kill me, Не, вы серьезно? kill me. Ой, вы трусы, слушай. Я думал, мы будем по правилам играть. Ой, Так это вот не было. Да. Я сам буду вызывать в кровавую мэрию. Все, пошли в жопу. А никто не хочет испытания. А что, было бы Кровавая здорово, кто-то бы из нас погиб. Кровавая мэри, Ты приди. где, Саня? Я тоже хочу. Зато сколько адреналина было бы, она бы появилась там. Что ты О, там увидела? Она заорала. Свет, выключи. Давай, еще раз. Смотри, они меня хотят подставить. Кровавая мэри. Она орала. А я предлагал ребятам. Мэри, По-моему, была бы хорошая идея, если бы мы реально Да, просто подожди, заперлись в комнате и давайте посмотрели, что идите будет. сюда, иди сюда. Алекс, иди сюда. Тебя Все, тихо. зовут же? Саня, давай, смотрим в зеркало, давай, погнали. Нет, давайте уже кто-нибудь другой скажет. Фонари выключите, фонари выключите. Давай. Давай, кто говорит? Зовите. Ладно, я давай. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Громче Мэри. говори. Так это надо не здесь вызывать. В микрофон, в микрофон. Кровавая Мэри, приди. Нет, вру. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Мэри, приди. Кто это, мать его? Че там было? Я кто-то знаю. Херня какая-то. Надо уметь называть вот комнаты этого мэрии, это вот это вот ванна. Ну давай туда вызывать тогда. Здесь надо вызывать. Ребят, давайте запремся в ванной, правда, и первый будет ну, типа смерть, кто давай. из нас. Просто не Все, выходим. Давай, вызываем. Выключаем фонари, опять вызываем. Только в микрофон надо. Так, давайте. Ребята, мы выходим из ванны или нет? Скажите. Нет, нет, вызываем, вызываем. Мне кажется, давай. кто-нибудь свалит. Фонарь! Выключите свет! Это я. Ой! Да-да-да! Это кол. Это она! Саня, вызывай, вызывай! Дай нам знак. Давай. А какой дай нам знак? Кровавый Мэри, приди, говори. Давай, давай, говори, Алекс. Выручите. Говори, кровавая Мэри. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Мэри, приди. Кровавая Мэри, приди. Пожалуйста. Шаг был. Дверь, кто приоткрылась дверь. Был шаг и приоткрылась дверь. Она затронула. Очень мне страшно, ну нафиг. Все, давай еще давай раз. Еще раз. Погнали. Так, теперь Ксюша, давай. Кирилл, ты тогда. Давайте Нет, страшно. Ксюша. Че, Ксюша? Ксюша не хочет. Давай. Ксюша не хочет. Давай, давай Кирюх, ты давай. Дверь не хлопает. Ой, ёб твою! Не выходим, не выходим, стоим до конца, ребят, на мужика, просто до конца стоим, мать его. Все, не выходим. В этой комнате. Кого съедят? Кого ты из нас сейчас она съедят? Тут. Она не тут, она не тут. Она здесь. Тень! На тень, смотри, она прикольно. Здесь. Хера себе. Тихо. Тихо, она не здесь. Она сюда идет. Да тихо, не говори, врю, не говори, врю. Тихо, тихо. Боже, она здесь, мать его.
Ребята, ребята, спокойно. Ой, ой-ой, ой-ой. Боже мой. А где она? Сейчас дверь откроет, да? Откроет, да. Да, она здесь! Вон он! Кого? Кого? Это я! Меня! А, мы выжили! Первый раунд! Первый раунд, осталось трое. Ой. Давай следующий, давай на мужика, остаемся здесь. На мужика, давай. Что, до конца здесь, да? Да, до конца, давайте. Саня, давай страшную историю. Опять. Подожди, выключите его. Выключите. Я музыку страшную наложу, давай. Страшную историю, да? Да, давай. Я не знаю страшных историй. Да, ну, в смысле? Расскажи про темный дом. История. Ты говоришь, знаешь очень страшную историю про темный дом. Давай. Однажды в темном лесу. Да что ты ходишь, не двигайся. Темная хижина. Ой. В темной. Мать его, боже мой! Темная хижина, меня съели! Иди ко мне. Рассказывай. Дальше, да? Да-да-да. Остались вдвоем. Да-да. В темной темной комнате был темный стол. На этом темном столе лежал черный гроб. В этом темном гробу лежала темная бабка. В этой темной бабке было очень страшно. Кто получил страшный парадонту, что ли? Этот калибровался? Идет. Вот он. Он долбится просто в стену. Пошел! Ну, Сань, выживает сильнейший, ты сам пойми. Нет, я выиграл. Ты прыгал. Ну да, вообще, да, по идее, по правилам ты нарушил правила. Да, ты нарушил правила, поэтому я выиграл. Нет. Все. Это как дисквалификация получается. Изначально правила какие были в видосе? Но это тоже верно, это тоже верно. Смотрите видео заново, и там было сказано, что кто последний выйдет из дома. Хорошо, кто? Спорный момент, ладно, это был спорный момент. Кирюха выиграл это хитростью. Мы в конце договорились оставаться, не выходить. Все, Кирилл, ты проиграл. Да нет, это так, мы же с тобой... Это была разминка. А вот сейчас давайте так сделаем, правда. Запремся в одной комнате, и просто никто не будет выходить. Кто выйдет, дисквалификация. Шаг был, значит, он на кухне. О, ребят, троечка здесь, троечка. Кажется, он гаражный призрак. Тут, кстати, можно побегать. Гаражный? Смотри, Петрович. Сразу давайте договоримся, в шкафчике мы прячемся или нет? Нет. Все. Троечка, смотри, я вот сюда бросаю. Давайте сюда свечей принесем. Да. Понесли. А кто дверь закрыл? Это Кирилл, ты закрыл? Нет, я не трогал. А как поставить свечи? А ты просто не двигайся и на F. На G кинуть? Главное, не двигайся. Свечи F, да. Если ты будешь двигаться, ты просишь просто. Надо остановиться. На машину надо было поставить. Можно, да. Нет, я тут на кухне, минусовая на кухне, или бар изо рта. Да? Так он может и в этот приходить, наверное. Нам надо... На кухне. Нам надо границы обозначить. Ну, ладно, о, троечка тоже я есть. Обратно. Тащу. Пошевелил. А, ты чего молчишь? А, я здесь. Он наверное забыл. Пятерка, ребятки, ЭДС-5! ЭДС-5, он здесь! Все, так, пятерка, и тарелку есть. Пошевелил. Сейчас мы дверь запрем. Что там закончились свечи? Ребят, смотрите, сюда не заходить. Там в комнате, где зажила. Все, это граница. Я не осталась? В дверь нельзя заходить. Все слышали? Тут можно, по крайней мере, помансить от него. Вот еще две свечи. Скажи ему еще раз, я не слышу. Давай. Наверху посмотрю свечи. Ты меня слышишь? Это. Все, граница вот такая. Не заступать. Не заступать вот за линолеум вот этот. Вот здесь бегать. Сейчас мы свечки принесем, честно. А он сейчас будет нападать уже. А, зайдите еще в комнату, еще одна свечка сейчас тут зажгу. Вот здесь. Ребят, тут, по крайней мере, можно побегать. Все, я дверь запер, туда заходить нельзя. Только на кухне будем тусоваться. Здесь можно будет побегать. Все, последний выигрывает. Сашечка, мы попутаем. Пойдем. О, на пол поставили, красиво. Все, погнали. О, отключите фонари, прикольно, классно, красиво.
Да-да-да, мы сейчас для этого и делаем. Ребята, он топнул только что. Ребята, сюда не заходите. Тут вот за этот линолеум или как называется, слышишь? Еще свеча. Да. Где? Все, где вот свеча? За тарелки вот эти. Вот, а сейчас зажгу. И в дверь не заходите. Все, только на кухне тусуемся. На свечах, смотрите, на кухне. Да, ну, ребятки, начинаем. Конечно. Давай. В общем, наша задача продержаться. Он топает. В кухне и остаться последним выжившим, и тогда можно только свалить. Все, вот наша территория. Тут два стола есть, можно будет побегать вокруг них. В принципе, нормально, можно по кругу бегать восьмеркой. Так, я еще накидаю сюда тарелочек. Да, все, за тарелки не заходить, а дверь не открывать, только на кухне. Слушайте, это мне знаете, что напоминает? Когда, короче, у нас свет постоянно вырубали, вот так же при свечах мы потом готовили там по вечерам. Да-да-да, конечно, так это на все случается. Ребятки, рассудок, я думаю, у нас уже падает потихонечку. Слушай, какие виды на заднем дворике, вы посмотрите, там бассейн. Да-да-да. Классно. А кто фонарь не выключил? Кирилл, выключи фонарь. А, я не выключил. А вот, не выключи, чтобы посмотреть, смотри, как классно. Вон бассейн. Вообще красиво. Саня, встань сюда, я на превьюху сделаю, иди сюда. И дождик идет. Прям перед лицом встань. Куда? Встань. Ой, вот ой, передо мной. Начинается, ребята. Подними голову. Ребята, подними пятерочка. Голову. Все, стой. Нет, ты, там, вот, все, подожди, еще чуть-чуть подними. Вот, да, стой. Что вот там такое? Стою. А что, у тебя там какие-то шутки? Шутки гейки? Все. Ну там красиво просто так. А какие шутки? Он тоже периодически. У меня прекрасно. А кто свечку уронил? Кто свечку? Поднимите свечку. Это наверное, призрак. А мыло? Мыльный призрак. Мыло. О, топает. Время страшных историй. Ой, слышите, скрипит? Давай, Джек. Время я ложку взял, если что, я ложку взял. Наступило. Я с ложкой. Кто здесь? Смотри, в коридор свети, прикинь, появится. Нет. Нет. Нечаянно нажал. Блин, давай я туда одну свечку поставлю в коридоре. Зачем? Чтобы видно. Вдруг он пойдет оттуда, чтобы он прямо она осветила его. Чтобы видно было. Ну смотри, я ты пройду, можешь проиграть, можно, если да? Он появится, атака начнется, а ты будешь не на кухне, ты проиграешь. Да я быстро. Все. Нормально, да. О. Прикольно. Атмосферно. Кстати, у нас же две да улики, все, минусовка и МП, фонари, прикиньте. Вообще. Давайте да? Фонари выкинем, давайте. Кидайте сюда. Это фонтом или банш? Я их покупал за 50 баксов. Все. Выкинь все, фонарь. Просто Саня, выкинули. Выкинь фонарь. За 50 баксов я покупал. В смысле, я за 50 баксов заплатил каждому купил. 200 баксов потратил. О, нож! Да ой, пусть он светит. Все. Саня, ты опасный. Саня, человек. Повернись. О, появился. Атака. Да мы не где? Знаем, когда. Вот именно что без фонарей мы не знаем, атака или не атака. Атака. Один, включите всё, хотя бы фонарик. Ножик, я с ножом не подходи. Поранишься. Вон он! Где? Вот он! Вон, открывай! Кого? Кого? Я первый, черт! Вон он, я вижу его! Боже мой! Какой он страшный! Где? Я не заметил. Сука. Ребята, может фонари возьмем? Кто придумал фонари выключить? Да какие фонари? Не-не-не, подожди, ты че? Блин, надо вот поставить, его не видно, когда он подходит тут. Вот тут свечу. Так, я бросил. Мы не знаем, когда атака начинается, потому что у нас фонарей нет, ты понимаешь? Он не зажгите мигает. Так, ты, там слышно, там двери клацают так, хоп, когда атака начинается. Они запираются. Слышно прям. А куда вы их выкинули? Я не такой. Могу найти фонари, куда они их дели? Да зачем тебе фонарь, не трогай их. Они спрятали нож, их. Нож, бери, все. Да тут ничего не видно. Я хоть свечку возьму. Зачем тебе что-то смотреть? Эх, Саня. Поставь я свечку. Я успела сфотать его перед смертью. Смотри, я включу его, сюда брошу. Куда-нибудь, давай на угол. Где он? Ох, гром. Свечи потухли! Там! В смысле потухли? Все, смотри. О, как они потухли? Потухли? Они... В смысле, а как? Они могут потушиться. А где засталась свечи? Посмотрите на дверь, если дверь свечи? Будет мигать, значит атака началась, видите? Да, они не бесконечные, Кирилл. Можно понять. Вот именно, что они не бесконечные. И потом мы просто останемся в темноте. Ты понимаешь, что свечки не бесконечные, они тушатся. Да, я понимаю. Шаг. Все, охота. Да, вон он. Где? Ой. Да нет охоты, двери не щелкнули. Охота. А, вот теперь охота, ладно. Валим. Кто следующий? Он за кем? Это не фантом, ни хрена.
Он за кем это курится? Это Банши. Где он? Я не вижу! Да вы шутите, что ли? Не издеваетесь. Да сука, я остановился! Да! Дурак, отлично! Ксюша, мы вдвоем остались. Вот он стоит! Где? Саша, это не фантом, это Банши. Это Ксюша, Банши. Ты, это Банши. Ты согласна, что вот фонарик... Вот он ходит! Фонарик оставим, да? Он свечку потушил мою! Одна свеча где осталась. Свечки? Вот я сейчас зажгу, не переживай. Шаг был. Ксюха, ты согласна, что фонарик Саша, был включенный? Это Банши? Да пусть, да. Потому что я же его вщелкала, а он никак не реагировал. А фантомы же, они же на это, ну я поставил Банши. Фотоаппарат нас... Ксюша, он постоянно открывает дверь. Да, он хочет нас убить с тобой. Сейчас атака, мать его. Мигает. Видишь, где он? Сзади тебя. Беги. Мы переживем, он потушил. Меня убил. Ксюша. По-моему, пора сваливать. Сервитки, я убегаю. Беру фонарик. Идем в другую катку. Плюс одну очку. Он же может закрыть еще. Зараза. Так, ну я выбрал Банши. Можно посмотреть по уликам, что у нас выполнено. А вообще задание какие не выполнено. А, ну, мы просто уезжаем. Выбрал Банши. Боже мой, мы это сделали. Это фантом. Ну, заработал 900 баксов. 90 баксов. Фантом? Так я ж... Фантом. Так я же его щелкала, ему вообще хоть бы хрен. Это как так? Это не работает, что ли, уже теперь? Слушай, ну мне понравилось. Я же не фотола. Фонари-то, блин. Странно. Фонари надо было включить. Саня, фартовый. Да, да не надо фонари.